Приветствую! Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». Сегодня чуть-чуть такое вот напоминание про змеевик. Вот змеевик или серпентин – это вот такой вот камень, я вот вам покажу ближе, в котором есть такие сверкающие чешуйки, которые зелененькие, и название уже указывает на змеиную кожу. Но этот камень гораздо шире по действию, чем просто змеиная кожа. Люди по аналогии со змеиной кожей решили, что этот камень охраняет от ядов, от всех ядов, от ядов астральных, от ядов физических, от ядов духовных. То есть он спасает на всех уровнях то, что способно вас разрушить, убить, отравить. И это важно. Змеевик – это тот камень, который поможет распознать ложь, распознать обман, распознать хитрость. Это тот камень, который поможет вам избежать всяческих неприятностей. Настоящий змеевик слегка магнитен, и вы можете это проверить, приложив к нему маленький намагниченный гематит, и вы почувствуете, что он слегка залипает на змеевике. И это будет самый лучший змеевик. Потому что есть змеевики, которые не содержат магнитной составляющей в своих характеристиках. Тот змеевик будет действовать хуже. За счет этих легких магнитных составляющих змеевик способен вытянуть все неприятные моменты из вашего тела, в том числе и болезни. Поэтому постарайтесь найти змеевик, который будет слегка намагничиваться, потому что он будет иметь гармоничный магнитный фон, естественный для планеты Земля, и вытаскивать из вас много неприятного, всяких неприятностей, ваших, чужих, из прошлой жизни. Змеевик способен это сделать. То есть все очистительные процедуры, которые вы можете делать со змеевиком. Вы можете вытаскивать астральную слизь, вы можете вытаскивать прошлые негативные опыты, вы можете вытаскивать со змеевиком вчерашнюю лукавость и ваши какие-то неудачные опыты, попытки что-то скрыть или еще что-то. То есть вы можете очищать себя, именно свой уровень и уровень тех людей, которые для вас важны и которые несут вам информацию, но вы не знаете какую. Поэтому через змеевик вы как бы очистите эту информацию от наслоений и поймете ее суть. Змеевик позволяет избавиться от мук ревности, позволяет избавиться от подозрительности, от недоверия, от сплетничества и от язвительности, когда какой-то человек другому хочет сделать что-то негативное. Если в вас проснулись какие-то чувства, когда вы хотите кому-то отомстить, змеевик вас спасет от необдуманных реакций. Поэтому змеевик тоже такой важный камешек в вашей минеральной аптечке, в вашей витаминной аптечке. И он вам поможет сохранить чистоту энергетики вашего дома. Если вы, вот, скажем, такой шарик змеевика где-то поставите у себя в пространстве вашего дома, то он будет очищать. Не зря раньше у всех чиновников их настольные приборы врезались из змеевика, чтобы ложь и обман, чтобы хитрость и лукавость, чтобы аферисты и мошенники не смогли ввести этого чиновника в заблуждение и получить подпись на какие-то бумаги. Поэтому это камень для юристов, это камень для людей, которые принимают других людей, для людей, которые работают с людьми. И это была Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия».